Добро пожаловать в Икарус – высокотехнологичную платформу, предназначенную для управления качеством и безопасностью. После того, как вы войдете в приложение, необходимая информация станет доступной и на домашней странице веб-сайта. Чтобы отправить сообщение по безопасности, нажмите на значок с надписью «Сообщение» в левой части вашего экрана. Все отправленные вами ранее сообщения по безопасности отображаются на данной странице. Чтобы добавить новое сообщение, нажмите на значок «Плюс» в правой верхней части экрана. Выберите тип сообщения, которое хотите отправить. Если вы хотите отправить сообщение о безопасности полета, нажмите на первый пункт меню. Теперь вы можете приступать к заполнению данных в форме сообщения. Отметьте галочкой тип сообщения, который хотите описать в сообщении о безопасности. Теперь можно приступать к заполнению общей информации. Внесите в форму данные об экипаже, дате и времени события, номере рейса, аэропорте вылета или назначения. В случае, если вы не внесете обязательную к заполнению информацию в форму сообщения, система автоматически подчеркнет незаполненные поля красным. После того, как вы закончите заполнять форму сообщения о безопасности, спуститесь вниз страницы. Здесь вы можете добавить к вашему сообщению файлы прикрепления. Чтобы добавить файл к сообщению, нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный вам файл или файлы с компьютера. После того, как все необходимые данные заполнены и файлы прикреплены, вы можете сохранить сообщение о безопасности. Ваше сообщение будет автоматически направлено в отдел корпоративной безопасности. Теперь вы можете просматривать статус своего сообщения в общем списке добровольных сообщений. Благодарим за внимание!